Щенки от немецкой овчарки, папа, и Малинуа, мама. Ну, вязка, как понимаете, случайная. Папа и мама живут у одних хозяев. Все произошло совершенно случайно. Ну вот результат. Очень красивые, смелые собаки. Все занарные, рыжие, как мама, но более крупные, потому что пошли в папу. Папа очень крупный немец, черно-коричневый. Мамочка Малинуа. Вот они только что покушали. В творожке еще. 28 дней. Скоро будут прививаться и искать своих самых хороших любящих хозяев. Они еще там доедают немножко. Уже да, сколько в ошейничках? Это два в ошейничках, три. Это уже имеет своих хозяев. Вот. Такие вот детки. Случайные. Случайная любовь была. Вот, неожиданная. И получились вот такие красавцы. Для охраны, для дрессировки лучше не придумаешь. Совмещение одной и второй пород, малинуа и немецкой овчарки, это отличная дрессировка и отличные охранные качества. Есть мальчики, есть девочки. Ждем хозяев. Да. Одна девочка забирает, одна девочка остается еще, будет ждать хозяев. И мальчики есть. Красавцы. Занарно будут, занарно рыжие, как малинуа. Но более мощные, более крупные головы, более костистые. Серьезные охранники будут, очень крепкие. Серьезные охранники.